Сейчас коротко о главных событиях. ФРС будет действовать осторожно в отношении ужесточения кредитно-денежной политики, заявила Джанет Йеллен. Европейский центральный банк готов к Brexit. Международный валютный фонд рекомендует Японии кардинально изменить экономический курс. Ну а теперь подробности. ФРС будет действовать осторожно в отношении ужесточения кредитно-денежной политики, заявила Джанет Йеллен, выступая в Банковском комитете Сената. В докладе главы Федрезерва отмечается, что при решении вопроса о процентной ставке будет уделяться внимание не только текущей статистике, но и прогнозам по динамике макроэкономических показателей. Джанет Йеллен считает, что глобальная экономика по-прежнему достаточно уязвима. В качестве основных рисков она назвала итоги предстоящего референдума в Великобритании и проблемы в китайской экономике. При этом Йеллен полагает, что негативные факторы, оказывающие давление на американскую экономику, медленно сойдут на нет в будущем. Выступление главы Федрезерва привело к снижению темпа роста фондового рынка США почти до нулевой отметки. Европейский центральный банк готов к Brexit, заявил его глава Марио Драги, выступая в Европарламенте во вторник. По его словам, действующих соглашений о свопах будет достаточно для контроля ситуации, если итоги референдума Великобритании будут в пользу выхода страны из Европейского Союза. Ранее на заседании руководителей ЦБ отмечалось, что сложно прогнозировать последствия Brexit для экономики и рынков еврозоны. Центральные банки многих стран также заявили о готовности принять экстренные меры для поддержки рынка в случае выхода Великобритании из Евросоюза. По сообщению агентства Reuters, Европейский центральный банк намерен выступить со специальным заявлением 24 июня, после того, как станут известны итоги референдума Великобритании. Греция получила очередной транш международной финансовой помощи в размере 7,5 миллиардов евро после завершения длившихся полгода переговоров с иностранными кредиторами. В настоящее время процентные ставки по греческим кредитам составляют 0,8% со сроком погашения через 32 года. Согласно условиям действующей программы финансовой помощи, руководство Греции должно обеспечить достижение первичного профицита бюджета в 3,5% ВВП к 2018 году. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, также посетивший Афины, сказал: «Я абсолютно удовлетворен. Греция находится на правильном пути, и я хотел бы, чтобы страна несла национальную ответственность за выполнение программ, которые осуществляются в настоящее время». Международный валютный фонд рекомендует Японии кардинально изменить экономический курс. В противном случае добиться желаемых темпов роста ВВП и инфляции не удастся. В докладе фонда говорится: при текущих программах цели по достижению высоких номинальных темпов роста ВВП, повышения инфляции, профицита бюджета являются невыполнимыми в установленных властями временных границах. Без более серьезных структурных реформ и реальных мер по фискальной консолидации внутренний спрос будет оставаться слабым, а любые дальнейшие действия по количественному смягчению могут привести к чрезмерной зависимости экономики Японии от ослабления курса иены. Эксперты российского финансового рынка отмечают, что жесткое регулирование зачастую создает излишнее давление на финансовый бизнес в стране. Можно ли оценить эту проблему? Об этом в интервью партнеру Maxi Markets TV, порталу finversia.ru, рассказывает вице-президент Ассоциации региональных банков России Алина Ветрова. Одна из идей, которую, вероятно, будет двигать в ближайшее время Ассоциация России, состоит в том, чтобы увеличить роль оценки регулирующего воздействия, особенно со стороны профессиональных ассоциаций, в процессе законодательной работы, а также в процессе разработки нормативно-правовых актов Банка России. В частности, многих проблем и ошибок, наверное, удалось бы избежать, если бы банкиры могли бы донести свою позицию не только в устной, но и в письменной форме до законодателей и до президента, в конце концов. Мне кажется, было бы очень полезно, если бы при рассмотрении законопроектов обязательно прикладывалась бы оценка регулирующего воздействия со стороны банковских ассоциаций. И депутаты, принимая те или иные решения, могли посмотреть о том, каковы будут их последствия там, в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Не получится ли так, что принятый законопроект приведет к тому, что банки откажутся, ну, например, от потребительского кредитования и перейдут только к залоговым видам кредитования физических лиц. То же самое касается и окончательного подписания закона там, президентом. Было бы, наверное, полезно, если бы люди, принимающие решения на самом верхнем уровне, имели бы позицию в нашем случае кредитных организаций и представление кредитных организаций о том, как тот или иной законопроект скажется на
их бизнес-модели и, соответственно, глобально на развитие банковской системы. Подпишитесь на канал Maxi Markets TV. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.